Вы обращаетесь по месту жительства в поликлинику, оформляем у нас заявку на вакцинацию, отправляем ее по месту жительства. Поликлиника уже потом с вами будет связываться. Оформляют заявки и помогают ульяновцам по жизненно важным вопросам. Операторы и методисты колл-центра 122 принимают по 400 звонков в день. Напомним, единая справочная организована на базе центра «Мои документы». В конце ноября специалисты приступили к работе. За все время службы к ним обратилось более 11 тысяч человек. В декабре и в январе месяце очень актуальна была эта запись на прием к врачу, вызов врача, бесплатное лекарство, те, которые переболели, социальная помощь. У нас есть колл-центры, которые работают в органах власти, и возможность соединить в приоритетном порядке заявителя, допустим, с бесплатной юридической помощью, с психологической помощью соцзащиты. Самый популярный запрос – запись на вакцинацию от коронавируса. Сотрудники колл-центра оформляют заявку и направляют ее в поликлинику по месту жительства. Далее из медучреждений звонят заявителям и приглашают на вакцинацию. Уже более 2000 ульяновцев привелось по этой схеме. Операторы службы 122 работают по 12 часов в день, график 2/2. Во время визита губернатор оценил трудоспособность работников и сделал интересное предложение. Я думаю, что было бы правильно совершенно и нашим специалистам предоставить такую услугу, чтобы они могли по какому-то графику, так сказать, отдохнуть сами, либо там с семьей в реабилитационном центре, так сказать, там пройти какие-то, получить небольшие медицинские услуги необходимые. Ну а самое главное просто отдохнуть. Колл-центр 122 работает для того, чтобы упростить людям жизнь и ускорить решение вопросов. Этой же цели служит и Центр управления регионом. Организацию создали по поручению президента во всех субъектах страны. Центр – своеобразный посредник между органами власти и населением. В Ульяновской области Центр управления регионом открылся одним из первых в Российской Федерации. Он функционирует с апреля прошлого года. Вот, целый ряд вопросов удалось решить. Вот в данный момент решается вопрос по транспорту в городе Ульяновске. В центре работают специалисты из государственных структур. Они каждый день обрабатывают обращения в ведомства и министерства. Также сотрудники ЦУРа мониторят социальные сети. Например, отслеживают комментарии под постами чиновников. Когда ульяновцы пишут о проблемах в различных сферах, обращения отправляются напрямую управленцам. По мнению руководителя новой структуры, так можно избежать отписок и долгих решений. Виктория Чиркова, Руслан Маталов, новости Улправды ТВ.